Вот здесь тоже какая-то обувь валом, при том. 75 евро, 100 евро, 60 евро, 50, 40, 30. Были здесь? Вон там скидки 30% у них. Так, пойдем дальше. Такой вот Мадрид, центр Мадрида. Город живет. Люди занимаются, я так понимаю, шопингом здесь все. Сейчас бы еще найти бы здесь какую-нибудь обувь, такую легкую, хотя бы на пару месяцев, потому что мои уже порвались. Вот, хочу их сменить. Получится найти обувь или не получится, но в любом случае здесь валом. Выбора здесь много, другое дело, что надо выбирать. Самое сложное заключается именно в этом, что надо смотреть, выбирать. Особенно тяжело, когда надо еще примерять. А обувь примерять придется обязательно, без этого. Можно купить что-нибудь, то, что будет натирать. Валом разного. Вот 65 евро есть. 9 евро. 45. Очень много всего. По 45 евро. Здесь сумки какие-то продаются. Сумочный магазин. Так, ладно, друзья, буду выключаться. Смотрите Анзор ТВ. Экономлю батарею, поэтому не могу долго снимать. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.